but stop the helicopter. Фуру-фур, это корпорация Глубо Кактуса, с вами я, Енот и Волк. Сегодня мы продолжаем играть в монстров против пришельцев, и остановились мы на каком эпизоде? Мы... Монстр штука очень опасная, страшная и жуткая. На съему измерению монстров... На четвертом эпизоде. Да, будет четвертый. Так что мы продолжаем. Сейчас мы прошли с Бобом, прошлись, пожрали людей... Переварили, похоже. Переварили, да. Судя по пердежу. Чуху, которому мы до этого сожали. Ну вот 4. Погоня. Графон. Мне кажется, даже это хорошая графика для такого времени. Для того. Давай. Определение. Я забыл как... А, да-да-да. Что есть Сьюзан? Да. А то придет. Ты не знаешь, где я, да? Нет, это что чего уже заиграл. Назад. Да, ну ладно, класса. Два раза. Первый самый позитивный, наверное, монстр. Давай туда. Что-то новенькое? Давай сразу туда. Посередине. Хиппи! Уху, балерина, блин. Она была попрофессии. Нет, не журналист. Она была, не знаю. Я не помню, кем она была. Ее муж был журналистом. Но это я тоже помню. Чтобы прикнуться, наш микрофон. До этого мы этого не знали, да? Режим усмирения. Контрол. Пробел. Опять ты. Аккуратнее, сейчас будет жопа, короче. Ох, что-то мне это не нравится. О, вот этот монстр. Слоумонет. Прыгнул. Автомат. Автомат ты захотел? Смотришь, как я эстичная. Давай. Давай. Ладно, погнись его. Потрясно! Так, теперь чё? Такие уже на все кнопки. Давай, что у нас? Забил. Существует поверье, что... Угадала! Вот этот поворот. Кажется, мы с погоней будем очень сильно легко справляться. Очень сильно легко справляться. Что сказала? Они очень короткие такие. Юм. Мастер ДНК. Переумножить. У нее меньше всего очков. Да, в лаборатории. Лаборатория! Уху! Дерево растет! Апгрейд, ты где-то это слышала? Это? Мэтр! Мэтр! Ой, простите. Мэтр, да-да-да. Нотка. Знаешь, вот это вот самый правый был самый прикольный. А этот нижний какой-то пухленький. Шрека напоминает. Пухленький. Давай. Ну, давайте. Кажется, я все тут прошла на ДНК. В прошлый раз, но было все на бронзу. Ну вот, подросла че. Ну, давай, удиви меня. Oh!
это серебро. Нормально. Хотя бы. Фух. Ладно, давайте. Лаборатория ДНК. Так, вон еще там три ступеньки. Ну, наверное, чуть-чуть какой-нибудь. Наверное, а что, мне нравится всякая такая штука? О, улучшение. Можно завершить седьмую атаку, сделав бросок. Не надо, он... Стой, вон там еще жил. Я знаю, я... Испытания, эскизы, комментарии. Ой, это что за девчонка? Типа по сравнению с человеком, как... Наверное. Ну, только она, смотри, в плюсе была. Все, давай, выходим. Давай. Уходим? Уходим. А, да. Вот теперь я забуду за... Звено играть. Да. В тот раз я играла за звено, теперь твоя очередь. Подъемник. Слышим? Глава пятая. Подъем. Ник. Подъемник. Ник. Мой ник. Подъемник. Теперь звено. Да, вот оно. Вот оно что? Решение. Грузоподъемник. Доктор, а что это? Маленький ящик, который ездит вверх-вниз. Юстон, ты меня удивляешь. Ладно, Боб, но ты-то должна знать. Я же дотянусь до него? Нет, я хотел до него дотянуть. Бась такая. Короче, я понял, можно это. Да, я понял. Надеюсь. Стой, погоди. Убей ты его. Я и хочу. А, это штука нежная. Да. Ты-дым. Эпик. Это. Это музыка? Да. Похоже. Всегда так делаю на лифтах. На лифтах. Чтобы провести атаку в прыжке, нажми... Чтобы провести подавляющую атаку. Хорошо. Новые атаки. Давай. Этого не смогли. Красавчики. Почти всех уничтожили. Ау. Эй. Это было больно, знаешь ли. Ох, блин. Зеленый. Вот так вот. Понимаю, весь вся глава будет это, да? Давай. Ты я на него целилась. Ну, мы видим, школы здесь нет. Там учебники, там всякое такое. Чтобы я проголодался. О, все, что ли? Это все? А, ну ладно. Верхний этаж. Все для кухни, одежда и зал управления роботом. А где зал управления? Круглой клетки. Так высоко не поднимается. Как это в духе одного моего знакомого ученого. Там киномет. Ну что же, две кошки стреляются. Недостающее звено. Ракеты, берегись. Да вон за это вот. Внутри робота. Да уж, у этих ребят на безопасности точно был. Это хотели. Ой, сейчас не подумала. Дураки. Я знаю. Ну, взрывчатка. Ну ладно, в любом случае разрушим. Вон, жизнь кидает. Эй. Нет, не тебя. Не хочу тебя. Даже не попал в него. Ленна. Подожди. Нажми указанную кнопку, чтобы... Нет, стой! Пока! Как он так двигается, интересно? Очень странно, ну ладно. Сосредоточились, молчим. Нет, просто комментировать нечего. Ну да. Как ты на чё-то нажимал? На пробел. Не умею я за эту пушку играть. Вы чё? Вы чё дали, бля? Извините, чувак, как в интернете сидит. Да. Вообще, блин. Чё, ну, да, это... Прямо у себя.
Я тоже хочу. Да? Эй! Ты говоришь, конечно, плохой гостеприимный гость? Нет, почему же? Ах, ты кошашка, я все знаю. Только быстрее как-нибудь, можно ходить? Не, он просто говорит. Ты говоришь, чё-то я проголодался. Я такая думаю. Думаю, а действительно, почему бы не поесть? И я вечно голодный человек, да. Ах ты мать. Руби есть. Я лошади больше ящика. Я вообще забыл. Это что, твоя страсть, я так понял, ящики, да? Yes. Халу. Ухи. Ухи. Ду-ду-ду-ду-ду. Рыбий голов? Фу, не, ты это чувак, извини, я не люблю рыбий голову. Что, не сюда? Не туда, наоборот. Куда брат? Да ладно, вот такому чуваку я точно автограф никогда в жизни не дам. Блин, нахрена автограф роботу? Бегать! Я хочу! Ты еле как прошла, а ты прикинь, как я буду проходить, вообще не понимаю, что делать надо. Так, все, две пушечки. Пушки Гарины. Что было? Элзон. Так, я не умею за него играть. Ничего, научись. Я же на Сьюзен тоже не сразу научилась. Такая, Джимми, я вообще до сих пор не могу. Не соображаю, как есть. Такая, вроде так, а вроде не так. Да, вот именно так. Видите, это парк. А, да, есть такие штуки. Молот. Что делать? А теперь давай в голову. Главная часть вроде как соединена с ручной, да? Какой умный. Обещание, знак согласия. Алле, оп. Алле, оп. Ты куда, Эль? Надо деньги. Мы, знаешь, сколько их туда забирали? Честное слово, без этой карусели я бы с радостью обошелся. Да? О! Конечно, забот меньше, в общем ты. Отменное здоровье. Может, да. Не можем же быть. Только я не разбираюсь, сколько там ноликов. Смотри и удивляйся. Обследовать это. Ну, нас какую-то жопу. На настоящее. Только тут нет силы, тяжести. Карты. Что, с Явысак Ньютон? Давай испытание. Я надеюсь, это будет стрельба. А, это... Ой, спасибо. Ну, я хоть в бою нормально. Ну, это да. Вот еще перепройду. Мне будет золото. Золото, я сказала, золото. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Ничего не дано. Впечатляюще, должен признать. Конечно. Да, это отлично, что? Не, аудиокомментарий нам не нужны. Скоро у меня тут полный автопарк соберется. И на этом мы заканчиваем. С вами был Хитрые Ноты и Опасный Лис. Всем пока и до встречи.
Ой. Я волк. И тебе не Дима. Какая?